Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Драконы, Всадники Олуха. Так, забрали награды за второй день. Так, по событиям, что у нас, ребята? Свирепые против хранителей и выживание. Но выживание будет доступно через сутки. А пока свирепые против хранителей. Интересно, это длинное событие, потому что там... О, на одну заходку, друзья мои, на одну заходочку. Я обожаю такие события, которые проходятся сразу же. Так, хорошо, я на заметку взял. Так, давай посмотрим, что тут у Йохана есть. Возьму вот это, вот возьму вот это. Так, ну что мне Беззубик принес? Что-нибудь полезное? Вот, молодец, красавчик. То, что нужно, ребята. Он мне притащил, наконец-то. Так, у нас с древесиной, смотрю, тут полный завал, да? Так, мне и рыбку притащили. Спасибо. Так, ну что, сарделька, давай, лети домой. Барсик у нас... Что там принесет? Наверное, руны? А, нет. Это гарпун, короче, да, получается? Пускай летит. Кривоклык. Давай, ищи там маму. Грамгильда. А Грамгильда что-то у нас, ребята, и не отправлялась никуда. Почему-то. Давай, лети. Так, шлем поднимем. Так, с древесиной надо разбираться. Отправляем, короче, этого парня. По дрова, так скажем, да? Под дровишки мы его отправили. Так, с Беззубиком чуть-чуть попозже, ребят, разберусь. Сейчас начать. Да хорош, ну хорош так лагать-то, ну ё-моё, ну. Фрезы вот эти вот вообще ваши ни к чему здесь. Именно когда, ребята, передвигаешь карту. Именно когда вот начинаешь жить по карте, вот эта проблема начинается. Так, этот полетел, обещал вернуться. 1650. Чтобы 119 уровень получить. Я в шоке. Просто, друзья мои, в шоке. От этого беспредела. Давай мы этого парня, наверное, немножко прокачаем. За древесиной. Так. Полетел, да? Полетел, ребята, он на прокачку. Так, смотрим дальше, что у нас там. Давай, лети тоже. Я не понял, а что это зеленая тень у меня? А, он уже нашел награды. Все, понятно, тогда вопросов нету. Сколько там тебе надо? 450. У меня... Я не помню, есть у меня что на складе. Именно, да, по древесине есть. Я могу отправить его опять же, ребят, на поиски древесины. Ой, железо. Ммм, 80 железа. Допустим. Так, что еще? А, у нас маленькие островки же еще остались здесь. А где он сам-то? Я не... А, почему-то все время где-то, ребята, в облаках летает. Он появляется только тогда, когда мы на него кликаем. Странный малый. Так, этого мы отправили за рыбой. Ну, что ты мне принес? Фляжку плюс тусклый янтарь. Фляжка плюс тусклый янтарь. Блин, они все, ребята, начинают прокачиваться чисто за железо. Железо тут надо будет, по ходу дела, немерено. То есть мои ресурсики уже здесь не канают. Насколько я понимаю. И от этого мне почему-то становится еще грустнее. Так, монеты.
Креветка, латы, ужас, шепот смерти. Ну и ресурсы, да? Ну и ресурсы, конечно же. Давай мы, наверное, с тобой опять же отправим, отправим нашего беззубика на поиски вот этой штуки. Не знаю, как она называется, ребят. Пускай ищет. Так, дальше. У нас пак. Ну, тут обычный, так что... А рассчитывать на супернаграду, конечно же, не стоит. Так, и тут у нас награды. Обычные 5 ежедневок. Но зато награду мы получим. О, да. Награду мы получим. И что это у нас будет? Это у нас стойка для рыбы. Вот сюда мы ее и воткнем. То есть это где рыба видит, видимо, у них вялится там. Так, янтарь. Блестящий янтарь. 3 штуки. Можем еще... Что... А, нельзя, да? Но остается только лишь событие у нас получается. Так. Так, боевой лорд что-то мне тут загрустил. Буйволорд, название такое прикольное. Буйволорд. Ну, наверное, с распределением пока все. Да, с этим мы закончили. Ну что, ребят, на события идем. Вот это вот, да? Свирепые против хранителей. То есть, насколько я понимаю, мы будем типа за свирепых играть против хранителей, стражей. Наверное, так. Угу. Но у меня команда немножко не под то заточена, если честно. Единственное, кто здесь рулит, это, конечно же, Кривоклык. Он просто создан против хранителей, против стражей. Ну, давай, добиваем тогда этого мелкого. Кто промахнулся? Ну, у него уровень маленький. Поэтому он и промахнулся. Чем дальше в лес, тем больше дров, как говорится. Давай, наверное, сделаем понижение атаки. Ой, защиты. И добьем. Так, вторая волна у нас костолом. Этот. Этого даже трогать не хочется. Вот так вот сделаем для начала. Ну что, давай добьем тогда уже его. Можно вот так вот сделать. Усик. И дальше у нас трое наших будет ходить. Сделаем так. Подожди, нет. Вот так. Добьешь. Красава. Что тут выпадет? Древесина. Мало, конечно. Очень мало. Но зато я забрал загадочный пак. Кстати, тут еще 150 рун будет. Ну, погнали. Посмотрим, что у нас поджидает на втором поединке. Так, 2 костолома. Ну ладно. Нам, как говорится, не впервые, друзья мои, бомбить этих костоломов. Не первый, не последний раз мы их с тобой наказывать будем. Угу. И добиваем, наверное. Да, добью. Фига ты, парень. Резкий какой. Резкий, шустрый, быстрый. Опять сюда будет бомбить? Нет, начинает метаться. Начинает метаться, ребята, не знает, кого ему бомбануть в первую очередь. А
Я вот так сделаю. И последняя волна. Да, ребят, тут одни стражи будут у нас. Давай-ка, наверное, вот так все-таки сделаем. Этот типок будет поопаснее со своими фаерболами. Поэтому разносить, наверное, в первую очередь лицо нужно этому болвану. Ну что ты тут прыгаешь, а, кузнечик? Что ты тут прыгаешь? Вот скажи мне на милость. Ну? Зря ты так. Ой, зря. Очередное колесо у нас, и выпадает нам прилив сил. Ну что ж, неплохо. И забираем 150 рун. Давай, давай, давай. Не стесняйся. Так, руны наши. И очередной поединок, который будет ради яркого янтаря, или как там, светлого янтаря. Что мы тут видим? Волны сколько, покажи? Две. Обожаю, когда, ребята, по две волны у нас события, не по три. Тут можно как бы немножко прохлаждаться. Не особо переживать за урон. Потому что первую волну проходишь, потом вторая. А вот когда три, тут действительно уже начинает напрягать. Потому что тебе нужно первую волну пройти, вторую, потом еще третью. И главное, чтобы на третьей было достаточно здоровья, чтобы ты мог выдержать отпор. Смотри, что творит, а? Конечно, вдвоем. Какой прохиндей, а? Давай, наверное, хильнем нашего барсика хоть чуть-чуть. Он бедолага вообще уже там в бессознательном состоянии был. И добьем. Так, тут уже их трое. Но волна последняя. И нет, наверное, пока так делать не будем. Я думал хилку врубить, но передумал в конце. Вот сейчас, например, уже можно будет применять хилку. Ах ты! Ты посмотри, что он сделал, ребят. Он лишил возможности мне применять хил. Он заблокировал способность. Вот он достал, а? Так, они сейчас вдвоем ходят. Я просто не помню, какой суперудар у этого охламона. У этого-то мы знаем. Блокировка вот такая вот. Бесява, если честно. Так, а ну-ка, поработай-ка на меня, пацанчик. Но то одного, то другого. Ты определись, парень. Что ты хочешь в этой жизни? Так, рогобой не попал. И добиваем. Опять колесо. И опять нам выпадает рыба. Ну, помимо рыбы, еще забираем свои два светлых или блестящих янтаря. И получается у нас мини-босс дальше идет. И уже основной босс, и 200 каких-то там коряк заберем. Сколько волн? Две волны, отлично. Блин, и три костолома, ребята. Три. Это, конечно, фигово. Возможно, нам придется даже потратиться. Возможно, ребят, пока не утверждаю. Если бы кривоклык мне хотя бы вот этого. Молодец. Но сейчас разбег будет. Понятно, по барсику, как всегда. Бедный мой барсик. Давай сюда, наверное, сделаем укус. Так, мне бы хилочку бы. Оу!
Ты что сделал? Блин, ребята, он мне Барсика уничтожил. Прикинь. Просто взял и уничтожил мне Барсика. Я в шоке. Зашибись. А на второй волне у нас трое их. Я постараюсь, ребят, как бы уничтожить первого. Там посмотрим, что, куда и как сделать лучше. Наверное, нам без отхила здесь никак. Угу. Придется просто вот так вот делать. Смотри, что он сделал. Он ему поставил щиты. Отлично, минус один. Но Барсика, конечно, они, ребята, очень быстро мне шваркнули. Давай щиты вешай на него. А, он его хильнул. На этот раз он его хильнул. До свидания. Так, а нам-то что сделать? Понижение плюс атака. А боевой магии у него нету, я смотрю, да? У него только лишь на хил и на все прочее идет. Ну все, сейчас ему крышка. До свидания. И тут нам достается рыба. 187 миллионов. Ну, ладно, пускай будет так. Ну что, друзья мои, последний поединок. Не понял я. Че, меня выкинули-то? А, я сюда нажал. Давай, посмотрим. Что тут и кто тут? Две волны. Начинается опять, ребята, с мини-боссов. Слушай, вот этого, по идее, можно было бы очень быстро уничтожить. Постараться, по крайней мере. Я не хочу, чтобы он тут активировал свою мощь. А мощь, мы знаем, у него баф идет массовый. Он его не стал применять, отлично. Он его применять не стал. Не помешало бы, конечно, слепота. Блин, у этого, этот оглушенный, у этого еще проблемы. Но у нас, слава богу, есть. Так, промахнулся. Так, хилочка. Добиваем. Сюда будет бить? Промахнулся. Еще раз хильнемся. Удар. Ну что, дальше кривоклык. Кусанет. Сразу же сверху вот это накладываем и добиваем. Вторая волна. А вот, ребята, у нас звездрык здесь. Главный, да, у них будет. Ну что же, ладно. Атака у него, ребята, если я не ошибаюсь, отравляющая. То есть он вешает, а у нас, по-моему, отравление, и мы постепенно будем терять здоровье. По-моему, так. Так, ну с одним справились, костоломом, теперь нам нужно... Так, и следим, ребят, за этим показателем. Ой-ой-ой, кому не поздоровится? А, он промахнулся, ты прикинь, он промахнулся, ребята. Так, здесь просто кусаем.
А здесь сделаем вот так вот. Ну, на 203 нормально. Ударил так. Бинго. Ну, и остается звездрык. Один-одинешенек у нас тут. Я, наверное... Блин, у меня не хватает, чтобы в слепоту его поставить. Вот. Вот, ребята, он отравляет, еще и сон накладывает. Как тебе такой расклад? Согласись, что это отвратно. Да что ты такой мощный, ты прям непробиваемый. Да. Тут прям попыхтеть, ребят, приходится. Я хочу слепоту на него повесить. Я просто понимаю, к чему он там клонит. Ну что, придется нам его тогда на постоянке, ребят, держать сейчас именно в слепоте. Этого бы мы уже не пережили удар, если бы он у него прокатил бы. Он хиляется, по-моему, больше, чем мы ему наносим урона. Но. Так, еще одну слепоту я вешу, ребят. И после этого начинаем колбасить. Колбасить начинаю жестко. Это называется жестко, блин, да? Но есть. Ну, тут мы получаем древесину и 200 вот этих вот, я не знаю, коряги или что это такое у нас. Забрать. Да, драконьи коряги. Открываем загадочный пак. Но монетки, это понятно. Громобой, шепот смерти, громобой защитник. И все. Громобой защитник. Так, сезонный абонемент. Еще забрали с тобой тут ежедневочку одну. Да, друзья мои. И на сегодня я, пожалуй-ка, буду закругляться. Следующее событие у нас через сутки. Так что я надеюсь, мы на него успеем попасть. И самое главное, успеем отыграть. Чуть-чуть не хватает, чтобы отправить его, да? Чуть-чуть буквально не хватает. Ну что, друзья мои, а на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.